Руководитель Самарской лиги КВН Сергей Ларионов пришел на вакцинацию от сезонного гриппа. Рассказывает, к выбору вакцины подходит серьезно, чтобы избежать аллергических реакций. По мнению Сергея, прививаться необходимо, даже если у вас крепкий иммунитет, потому что последствия гриппа могут быть непредсказуемые. Для того, чтобы избежать, чтобы ты оставался в строю, для того, чтобы ты мог много времени уделять своей семье, своей работе, своим близким и друзьям и социальной жизни, обязательно нужно сделать прививку. Почему это важно? Во-первых, это не больно, во-вторых, это быстро, в-третьих, это бесплатно, в-четвертых, ты остаешься полноценным человеком, как бы, и буквально на следующий день или там через час ты идешь на работу. По словам врачей, каждая вакцина имеет свои показания. Прежде чем привиться, они должны посетить своего лечащего врача. Врач знает пациента, знает его сопутствующие заболевания, состояние его здоровья. И он ему порекомендует именно ту вакцину, которая ему показана. Все вакцины поступают ежегодно, они изготавливаются именно под сезон гриппа, который наступает. То есть с учетом тех штаммов гриппа, которые планируют в этом году. После вакцинации от гриппа важно соблюдать определенные рекомендации. Не мочить место инъекции в день прививки и избегать тяжелых нагрузок. Иммунитет формируется в течение 2 недель, поэтому, по словам врачей, именно сейчас самое подходящее время сделать прививку. Информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно найти на сайте областного министерства здравоохранения. Августина Охременко, Валерий Майоров. События.